Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Сила Порталов. Мы с тобой в Нью-Йорке, да? Остановились мы... Так, по-моему, вот здесь, на 8-й миссии. Поехали! Играть! Интересно, мы, наверное, с тобой сходим все-таки на верхнего мини-боссика, или кто там, я не знаю. Надо проверить, что он из себя представляет. Так, береги силу черепах для больших групп противников. Ну, это понятное дело. Так, мы прибыли. Да на, ты получи. Тихо. Так, я взял Леонардо, да? Понятно. Так, спокуха, ребятули. А ну-ка, врежка им. Солидно. Так, разобрали. На тебе. Слушай, а он неплохо так довольно дерется своим скейтом. Мне нравится. Так, иди сюда, я тебе сказал. Мелкий. На. Да получи ты. Все, разобрали. А, нет, нет. Еще прибыла партия вражин. Куда ты там? Моя каша. Так, Лео, ты не спи давай. Ого. Что там с Майки случилось, бедный? Аж заплакал. Опа, опа, и что здесь у нас? О, маузеры. Кто-то из подписчиков спрашивал: Рэй, ты же вроде проходил эту игру. Да, ребята, я ее проходил, но не допрошел. Так, пиццу мы, наверное, с тобой пока трогать не будем. Она нам пригодится. Разбрызгиватель. Так, это у нас Донателло, по-моему, да? С разбрызгивателем. Маузер, ты куда лезешь там, а? Ну что, запинали, ребятули? Воу, свежая партия маузеров. Так, подожди-ка. Давай-ка, ага, хотел сделать суперудар, а у меня не 50 этих очков. Что-то я уже потерялся, за кого я играю. У этой кучи, конечно же, за Леонардо. Может быть, переключиться нам? На Донни? Нет, лучше на Рафаэля. Так, вроде бы справились. Ну что же, опять на крыше. Ладно. Так, использую специальную атаку. Что это за штуковина? Похоже на какой-то прибор крэнгов. Может, у нас получится ее завести? Может быть, не знаю, сейчас проверим. Поехали. Надо, наверное, сломать ее. В плане, куда вы побежали-то, эй? Я хотел ее сломать. О. Так. Футботы появились, да? Так, ну-ка давай. Что-нибудь солидное тут. Нормуль. Давай, Донни, поливай их тут всех. Кстати, вот этот ящик нужно сломать. Вдруг там что-нибудь лежит. Ничего тут не было. Давай, родные мои. Раз, два, три, четыре. Охладись немного. И то верно. Блин, ребят, мы с вами на три этих не пройдем, получается, да? Правосудие по черепашьей. Нам чуть-чуть не хватит. Хотя, погоди-ка. Хватило. Уложились, друзья. Так, ну что, мы с тобой бежим в следующий портал. И я, кстати, хочу зайти наверх. Костюмы заменяют специальную способность черепашки. Да, я заметил. Так, погоди-ка. А если я хочу, например, вот это вот? Ага, тут, кстати, можно будет подобрать костюм. Подожди-ка секунду. А почему я туда не могу зайти? Меня сюда... Ребят, меня сюда не пускают. А знаешь, наверное, почему? Потому что мы вот здесь вот с тобой прошли не на три. А звездочки, скорее всего, из-за этого. Или же нам сюда предложат прийти позже. Ну, в любом случае, сейчас у нас будет Бакстер-муха. Да-да, та самая навозная муха.
которое потерял там что-то. Стокмана муху можно атаковать только когда он приземляется. Ага. То есть он будет летать. И я понял. Ну что, ребята, готовы? На тебе. Так, пицца, пиццу. Блин, я же не хотел ее трогать. Да-да-да-да-да. Кстати, он в этой слизи, ребята, не может двигаться. Все? Ну чего ты там, Рафаэль, двух сразу взял на себя? Зачем? Не надо тебе. Ну-ка. На, получи. Леонардо тут наслаждается, прикинь. На скейте, о, молодец, красавчик. Давай, 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 разбираем этого. Что он там делает? Иди сюда. Все, подбили. Дело сделано, говорит Майки. Неужели муха? Нет. Куча маузеров. Давай, давай вот этим наваляем чуть-чуть. Готов. Какие кавабанга. Давай разбирать их. Слушай, я эту колонку могу подбить? Могу. Только, по-моему, она меня атаковала, да? Что-то у меня Рафаэль сам по себе бегает, прикинь? Ну давай, бомби ты уже их. Хорошо. Справились. Очередная партия. У нас очень мало здоровья, кстати. Это кто там еще бубнит? Блин, Раф, ну что же ты так, а? Нас просто с двух сторон зажимают, поэтому я ничего не могу сделать. Майки впереди. Да уж, Майки впереди. А Рафаэль позади. Вот сейчас точно будет муха, нет. Опять, друзья мои, никакая не муха. Ну, мы пиццу взяли. Майки такой радостный. В том же ритме, братцы. Давай, хоп, нормуль. Так, еще. По две волны. Как тебе мои саи? Рафаэль, им нравятся твои саи, поверь мне. Они прям балдеют от них. Так, 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 так. Правильно, впечатляюще. Вдвоем такие поливают. Ну, здоровье пока нормально. Давай так сделаем, чтобы... Ну-ка, все вместе. Вот этот удар вообще клевый на самом деле. Когда они вместе бьют, очень хорошо дамажит. Дай-ка я его подобью. Отлично. Это то, что называется крэнк. Эти роботы еще что-то там бубнят. Так, поднимаемся наверх. Так, а вот здесь точно уже будет муха, потому что, ну, офигенно высоко мы поднялись. И она как раз, наверное, здесь будет летать. Я прав? Декстер Гнус, подожди, доберусь я до тебя. Эй, Стокман, как там твои планы по захвату Нью-Йорка? Кстати, спасибо за портал-открыватель. Будьте прокляты, черепахи, он мой, отдайте. Попробуй отобрать. Так, друзья мои. Так, когда он приземляется, да? А он вообще будет приземляться? Во-во-во-во, приземлился. Давай-давай-давай-давай-давай, крошим его, крошим. Блин, тут маузеров столько. Давай-давай, бомби. Так, я теперь за Микеланджело играю, да? Так, он вызывает портал. Так, я понял. Давай, вместе. Сломеешь, черепаший псих? Нет, я не слабею. Что там бубнит?
Ну, блин, он не хочет, ребят, приземляться, и все. Давай, 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 бомби. А этот стреляется по нам. Что он такое там делает, а? Иди сюда. Тайм-аут. Почему ты не работаешь? Он выбросил свою штуку. И вот в этот момент нам нужно, ребята, с вами накрамсывать по полной программе. Так. Он опять взлетел, да? Опять взлетел, да? Ты посмотри на него. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, что он делает. Ну, жучара, а. Как будто кислоту раскидывает. Так, опять портал. Пора разобраться с ребятами из портала. Согласен. Я вам не мешаю. Этот сейчас ржет тут, прикинь. Отойдите, ребята. Ну вы же не видите, что ли, что он издевается над нами. А, вечно эта штука перегревается. Вот он, ребят, приземлился. Валим его. А сам главное, я уехал, да? Валим, говорю. Ну, постой, постой. Какой постой, постой. Ты повернись к нему. Огонь. Да, ребят, тут явно на три звездочки не тянем. Сам видишь, все прекрасно. Ты познаешь мой гнев. Муха это воняет, а? Так, друзья мои, давайте. Чуть-чуть ему осталось. Блин. Как бы не сфейлиться. Дурацкое пришельское оружие. Все, ребята, ну крышка. Это еще не конец, черепахи. Я буду вас ждать. Что он имел в виду? Свой парень на районе. Так, ну что, ребята, пройти Нью-Йорк. Офигеть. Да, плохо, плохо сыграли, конечно. Отвратительно просто-напросто. Я, ребята, по большому счету здесь фейлился из-за того, что я терял своего персонажа. Я привык к Рафаэлю, а играл я Микеланджело. И, как всегда, куда-то там убегал, фиг знает куда. Так, ну что у нас здесь? Заходим дальше в Нью-Йорк и смотрим. Ох ты. Погоди секунду, а почему вот здесь нельзя поиграть? Очень странно. Видимо, нам нужен другой портал. Морозный мир, друзья мои, у нас открывается. Ну что же, поехали. Морозный мир, значит, здесь 100% будет все связано со льдом, с заморозкой. Используй тяжелую атаку, чтобы оглушить солдатов фуд-щитами. Ага. Похоже, здесь все заморожено. Интересно, что за существа могли здесь поселиться? Холодильной кошке бы тут понравился этот мир, одна большая морозилка. Да, я себе панцирь отморозил. Это кто еще такие тут? Вам не сладить со всеми, кричит ледяной голем. Вот он что. Ну, пока мы их в труху разбираем. И причем довольно неплохо. Ну-ка. Давай, давай, ломать. Все, погнали. Ребята, мне вас даже жалко, говорит Донни. Ну, кто это? Опять вы? Ну-ка, все вместе. Шикарно. Пицца, которая дает нам защиту. Давай, 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 давай. Ломаем им. Сколько у вас тут этих големов, а?
Вот интересно, можно прокачивать себе силу? Работают профессионалы, говорит Майки. Нифига у нас комбо, 242, прикинь. Кто следующий, никого? Что ж, вот и мы. Что-то какое-то подозрительное местечко. Давай-ка. Прикольно. Так, я сейчас вот эту вот бочку, а в ней ничего не было. Она была пустая, ребята. Так, кавабанга. Удар ниндзя. Какие же вы живучие, а, големы. Не трогай меня. Покатушки. Сломали, сломали мы их. Кто следующий? Так, ну первые уровни, я всегда заметил, они более такие легкие. А вот дальше. О-о-о-о-о. Давай, все вместе. Лучше не вставай. Просто запинали там чувака. И я с закрытыми глазами с ним справляюсь. Вас ждет холодный прием. Кавабанга. Ломаем, 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 ребята. Им физиономия этих ланфутовцев. Поехали. Слишком холодно для хладнокровных. Да не особо. Мы все время в движении, поэтому нам тепло. Разобрались со всеми. Слушай, ну тут мы вообще идеально прошли. Так. Переходим с тобой в следующий портал. Интересно. Я, кстати, так и не понял, что за тяжелая атака. Как оглушать этих кланфутовцев? Так, друзья мои, а вот здесь у нас будет костюмчик новый. Надо будет его обязательно найти. Морозный мир 2. Окей, как скажете. Ну и что тут у нас? Иди сюда, голем. Я сейчас вам тут устрою покатушки. Время комбо. Да вот как раз ты не комбо, тебя уронили. То есть, ребята, если сбивает любого черепашонка, комбо теряется. Независимо, тебя это удалили или кого-то из твоих братьев, комбо сразу исчезает. Да-да-да-да-да. Вот и конец. Да еще как бы не конец. Самое время сказать буякаша. Ну-ка, что у нас тут? Бочки ломаем. Опа, а вот, ребята, и костюм. Костюм рыцаря. Не понял, а почему? Почему мой Майки не мог ходить? Его зажало там где-то в углу. Уйди! Паршивец этакий. Так, разобрали. Слушай, ну костюм рыцаря прикольно смотрится, да? Это кто? Это Рафаэль у нас, да? Так, перекат. Их надо бить со спины. Супер удар. Вместе мы ниндзя. Вам не сладить со всеми, кричит ледяной голем. Правосудие по черепашьи. Микеланджело неудержим. Видишь, они здесь не просто ходят и дерутся, они еще, ребят, прикалываются, понимаешь ли. Ледяная комета. Воу-воу-воу, это еще кто такой, ребят? Ёк-макарёк. Фига себе. Медведи полярные. Блин, еще вышли.
Нормуль. Кавабанга. Буякаша. Разобрались. Давай, давай, давай. А что такие живучие-то? Да, в том же ритме. Так, кто-то тут идет. Ага, вижу. Тихо, тихо, тихо. Не подходи ко мне. Время комбо. Вы и вправду хладнокровные, говорит медведь. Нет, понарошку, ё-моё. Ничего себе там, Рафаэль. Хладнокровные воины, боитесь моего хладнокровия? Ну-ка, поехали. Сегодня я наточу когти о ваши панцири. Издевайтесь, мой гнев. Что он несет вообще? Это как эти роботы у Крэнга тоже какую-то ересь несут. Так же и тут. Слушай, ну мы не прошли на три, по-моему, звездочки с тобой. Или прошли? Прошли. Шикарно. Так, ну что, ребята, двигаемся дальше. Блин, мне нравится Рафаэля костюм. Костюм рыцаря. Так, замороженная пицца наполняет все специальные атаки. Так, запомним. Опачки. Так, у нас, ребята, морозный мир 3, а вот здесь, ну, как всегда, меня сюда не впустят вниз, да? Меня вот только на четверочку. Блин, я хочу тоже себе костюм рыцаря. F для сильного удара. Ну, я играю на геймпаде, поэтому, ребята, я не знаю, что это за F. Вот это, что ли? Вертушка, это и есть... Тяжелый удар, по ходу дела. Так. На-ка. Ох, как ты, гаденыш, ударил меня. Нормуль. Здесь разобрались. Так, следующая партия. Сразу вышел, получил. Крэнгам известно о черепахах. А нам известно о вас, о болтусы. Подожди, я Рафаэля взял? Прости, я не нарочно. Чего они там опять бубнят? Майки, ты будешь ходить нормально, а не сам по себе бегать? Я не понимаю вот тебя. Давай, поехали. Зачем я это сделал, а? Ой-ой-ой-ой. Этого не надо было делать, суперудара. Потому что врагов-то и не было. Дело сделано. Обалденно, тут все заморожено. Опа. Смотрите, еще один из этих крэнга-типов. Давайте растопим лед вокруг него. Вот вопрос, как это сделать? Ммм, какой запах. Подожди, а че вы ушли-то? Короче, друзья мои, нам вот эти сферы, видимо, нужно было как-то взламывать или что? Почему они ушли? Может быть, там на определенное количество времени? Черепахи так медлительны. Да я тебя сейчас устрою. Мы охладим ваш пыл. Охладитель тут нашелся тоже мне. Обалденно Рафаэль, конечно, тут наяривает. Мне нравится. Вырубаем. Давай, 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 этого медведя колбасим. Застыньте, рептилии. Сам застынь. Ага, еще идет. Давай, 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 бомби. Майки, что ты делаешь? Ну, отлично. Буякаша, давай, давай, давай. Так, я смотрю, тут суперудар накопился у Донателло и у Рафаэля. Так, и у Леонардо.
Давай рубить их. Все, пошинковали. Блин, надо будет эти сферы как-то, друзья мои, бомбить. Только как? Погнали. Вас ждет холодный прием. Серьезно, что ли? Так, я взял пиццу. Все? Нет, еще партия. Упорство придет. Дезинтеграции. Серьезно, что ли? Какая дезинтеграция? Ты о чем, парень? Смотри, смотри, смотри. Рафаэль берет какую-то коняшку игрушечную, разбегается и типа копьем пробивает врагов. Вот что. Блин, у нас здоровья, конечно, очень мало, ребят. Ни о каких трех звездочках тут и речи не может идти. Но главное, что мы прошли. Так, давай смотреть дальше. Куда нас с тобой? Используй лавовый костюм, чтобы открыть уровень поединка в морозном мире. Лавовый костюм? А у меня нету никакого лавового костюма. Слушай, нам, наверное, нужно будет его найти. Вот почему у нас закрыты эти миссии. Понятно теперь. Вегетарианская пицца восстанавливает здоровье. А другая не восстанавливает, что ли, типа? Ну-ка. Че вы тут шуршите? Охламоны. У нас атака, я не пойму, растет или нет со временем. Мне нравится быть черепашкой. Конечно, это круто. Поднажмем, парни. Как тебе мои саи? Отличный саи. Так, а вон там уже, ребята, враги идут. Давай. Поехали. Когда есть возможность использовать супердар, конечно, лучше его использовать. Как ты считаешь, да? Ну, Донателло там бьет. Все. Дело сделано. Нам пора, парни. Так, это уже клан футовцы красные какие-то. Ух ты, костюм. Посох волшебника, стреляющий лучами света. Потрясно. И опять мой Майки стоит. Видимо, когда костюм берут черепашки, мы ничего не можем делать. Кстати, узнаешь у Донателло костюмчика? А? Да-да. Это Донателло ролевой. Ну? А как, интересно, он посох этот использует? Кажется, плохие парни кончились. Не уверен. Так, что-то тут будет сейчас, заварушка. Пицца. Пицца тайм. Ой-ой-ой, зачем ты так пропускаешь удары-то, а? Майки. Слушай, ну вот эти вот красные ниндзя, они что-то как-то уж больно сильные. Все. Ага, все, конечно. Смотри, смотри на Рафаэля. Нифига он там дамажит этим копьем. Так, влупляет. Вот так. Мне нравится этот Майки. Такой неугомонный. Давай, 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 вот эту. Что ты этого голема ты не можешь разобрать? Готовы вкусить мои нунчаковые ярости? Естественно, не готовы. И не только вкусить, а еще и всклопотать по полной программе. Так, мы с тобой куда-то... Опа.
флаг кланфутов. Пиццу, значит, тут будет заварушка. Так, пора вот так сделать. Замечательно. Дуня, а что ты делаешь? Я так и не понял. Со своим суперударом. Ты чё? Воу-воу-воу-воу. Кавабанга. Оба. А, это медведи. Ебой. Ого-го-го. Черепахи так медлительны. Застыньте, рептилии. Я сейчас застыну. Давай, давай, пронзай. Правильно. Чтоб знал свое место. Фига, он псих. Давай, лупить его. Фу, а вот здесь мы с тобой прошли очень даже неплохо. Майки такой довольный. Так, ну что, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Кстати, сейчас, по-моему, будет уже босс. Замороженная пицца, так, наполняет все специальные атаки. Сейчас будет босс. Вот она, ребята, какой-то, я не знаю. Кто это вообще такой? Ух ты, фига. Ага, здесь у нас Бибоп. Слушай, так приятно смотреть на новых персонажей. И даже на старых. Вот это, например, помнишь? Это тот самый Бибоп, который у нас в Черепашках-ниндзя легенды. Так, ладно, пойдем-ка посмотрим, что же это за... Как тебе сказать? А я могу, например, костюм сменить? Ох, ничего себе тут... О, лавовый костюм. Путешественник во времени. Космический, ребят, это же Черепашки-ниндзя космос. Супергерой. Плащ, пальто, ниндзя-тень. Ну нифига тут, ребята, костюмы. Костюм 80-х, это классика. А это оригиналы. Только тут наоборот как-то. Костюм 80-х и классический костюм. Но это оригиналы же, черно-белые. Блин, тут костюмов будет много. Это круто, ребята. В данный момент у меня доступно только вот этот костюм. Фига себе, рок-звезда. И вот этот. Так, выпускает молнии, связывающие между собой противников, находящихся поблизости. Регенерация постепенно заполняет специальные атаки всех черепах. А что делает вот этот вот? Разбрызгивает слизь по всему экрану, сбивая или парализуя противников, попавших под струю. Все-таки я думаю, что вот это вот будет получше. Так, у Майки что у нас открыто? По-моему, у нас только... А, вот! Рок-звезда? Так, устраивает уличный концерт. Враги с чувством ритма на время начинают танцевать. Потерпевшие поражение черепашки могут ожить с небольшим запасом здоровья один раз на уровень. Слушай, я возьму, ребят, наверное. Я возьму вот этот костюм. Во-первых, прикольно смотрится. Чётенько. Так, Лео, а что у тебя есть? Так, у него, ребят, тоже есть рок-н-ролл. И пока все. Давай возьмем тоже, наверное, рок-н-ролл. Такой панк. Так, а у Рафаэля? А у Рафаэля, ребята, только лишь вот этот, ну и обычный. А, вот еще. Слизь. Нет, я ставлю, наверное. Рыцарская атака несется на противника, нанося множество ударов пикой. Вот, это хорошо. Поехали. Это я просто специально, ребят, подготавливался к боссу. Я не знаю, что там за босс. Давно как-то мы с ним дрались. Но я сейчас не вспомню, кто он. Какой-то ледяной чувак. Какой-то... Оу, фига так, смотрится прикольно. Я тебе сейчас поору. На тебе. А, он сбивает, он рев делает, ребята, и сбивает.
Круто. Нормуль. Гитарой, что ли, бьем? Точно, ребят, мы делаем круговой удар гитарой. Эх ты. Ну нифига там Леонардо зажигает. Эти стоят на месте, подтанцовывают. Ну давай-ка суперудар. Я устрою вам ледяной душ. Теперь я играю. Давай-давай-давай-давай, разбираемся с этими охламонами. Чётенько. Слушай, мне нравится. Ладно, вперед. Так, здесь у нас должен быть босс, да? Поэтому нам нужно хп. Как тебе сказать? Поэкономить, что ли? Так, бьем. Постой. О, да, специально для Майки. Опять решил поиграть. Давай вот так вот сделаем. Все? А, опять я вы. Понял, что он делает своими лучами? Вот так вот, ребят. Гитарой, всех гитарой оглушаем. Еще есть? Нет? Чудно. Вот у нас со здоровьем беда, если честно. Так, опять этот шар. Позор всех ниндзя. Согласен. Поехали. Супер ударчик. Так, а вот, ребята, и пицца. Время для пиццы. О, танцуют. Не ори. Не дома, и дома не ори. Рубанули. Вот и конец. Лишь басер-то, а? Наверное, сейчас будет. Чую я, что сейчас, наверное, будет. Я подвергну черепа глубокой заморозке. Друг, это просто мерзопакостнейший снег. Что он делает? Давай-ка танцуем. Такие стоят, танцуют. Ух! Да что сейчас было? Ой, ой, уходим, уходим, у нас мало здоровья, ребята. А чё он такой лютый-то? Ты просто посмотри, что творит. Вот это да. Пинайте, пинайте, пинайте его. Ух, всех что ли? Заморозил, прикинь. Есть. Ты видел, сколько у нас здоровья оставалось? Ты посмотри. Ты посмотри. Да. Нифига, какой он жесткий. Трындец, ребята.
Это еще мы с тобой играли на музыкальных инструментах. Это как бы нам немножко помогало, да? Отвлекало этих мелких големов. Фух. Да. Вот такой вот, ребят, босяцкий. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на сегодня мы закончим с вами. Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим. Я думаю, мы Морозный мир с тобой пройдем. Но все равно возвращаться сюда надо будет. Тут, смотри, какая-то звезда. Ну, видимо, костюм. То есть, рано или поздно все равно придется возвращаться за новыми костюмами. А на этом, друзья мои, все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.